СНТ Косогор, где живет Аркадий Балясников с родителями, расположен между деревнями Дроздово и Слобода. Дороги замело, и от трассы Дед Мороз со Снегурочкой немного прошлись пешком. А в доме их уже ждали. Пообщаться со сказочными волшебниками с такой просьбой обратился мальчик к родителям. Можно Дед Мороз к нам в гости придет? Мы говорим, ну, конечно, можем. Давай напишем письмо. Мы написали письмо, и потом позвонили, сказали, что вот... Такое желание готовы исполнить Аркашина. Письмо попало в Центральную избирательную комиссию, где даже не сомневались, это желание обязательно надо исполнить. Несмотря на ДЦП, 7-летний Аркадий, общительный мальчик, готовится в будущем году пойти в школу. И хотя гостей ждал, к такому фейерверку эмоций оказался немного не готов. Этот мальчик особенный, но он так хотел, чтобы к нему пришел Дедушка Мороз. И вот сегодня, благодаря как раз... Центральной избирательной комиссии, его мечта осуществилась. Мы все видели, как он неожиданно был обрадован, вот как ему все понравилось, он даже немножко растерялся. Воплотить в жизнь чью-либо мечту может любой желающий. Для этого на сайте елкожеланий.рф достаточно нажать «Исполнить желание», зарегистрироваться и выбрать, какое новогоднее чудо вы сможете сделать. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.